На 28 апреля в этом году выпало вербное воскресенье. Об истории праздника и его традициях нам рассказал настоятель Линёвского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Сергий. Возлюбленные братья и сестры, дорогие линёвцы, поздравляю вас с праздником вербного воскресенья, как его знают люди в народе, а по-церковному правильно называется «Вход Господень в Иерусалим». Мы подошли к этому празднику за неделю до Пасхи. Мы с вами вспоминаем эти события перед тем, как Господь вошел на вольную страсть, на страдания. Перед этим, накануне, мы вспоминали воскресение четверодневного Лазаря. Лазарь был человеком из уважаемой, почитаемой семьи, благочестивой. Все знали этого человека. И когда он умер, конечно же, было печальное событие для многих жителей Иерусалима, и в том числе для Господа Иисуса Христа. Он лично знал Лазаря, и даже упоминается, что они были, что он был его другом, близким человеком. И вот, совершив чудо воскрешения Лазаря, который уже 4 дня пролежал в гробе, поэтому его и именуем Лазарь четыреднёвный, это событие не могло, конечно, пройти мимо жителей Иерусалима. И на следующий день, который как раз-таки мы вспоминаем, как вход Господень в Иерусалим, Господь на осленке въехал в Святой Град Иерусалим, и люди, зная о событии предыдущего дня, конечно же, торжественно, радостно встречали Христа. Встречали Его как победителя, как воина, как правителя. Именно такого Мессию и ждали иудеи. Они не представляли, что Спаситель будет не царем, не воином, а будет простым человеком. Они думали, точнее, они не знали, что он будет в ближайшее время предан страданиям и смерти, и именно своей кровью он искупит род человеческий. И вот, видя воскрешение Лазаря, конечно же, они посчитали его именно тем, кем и хотели видеть, чудотворцем, царем и воином. И встречали его именно так, с триумфом, с торжеством. И вот мы видим, как Спаситель входит в Иерусалим, и его встречают как победителя, постилают свои одежды, с пальмовыми веточками в руках встречают. Традиция встречать этот праздник как раз-таки именно с ветками зелеными, с пальмами есть во всем мире. Но, как мы знаем, пальмы не растут у нас, поэтому традиционно на Руси принято встречать этот праздник с тем растением, которое первое встречает весну, это веточки вербы. Поэтому в народе он и называется вербное воскресенье. Но несмотря на радость и торжество этого праздника великого, следующее событие весьма печальное, скорбное, это воспоминание страданий Господа нашего Иисуса Христа. Это те главные дни, которые мы вспоминаем, которые предваряют светлое Христово воскресение. Вся Страстная неделя, начиная особенно со среды, несут глубокий смысл. Со Страстную среду мы вспоминаем о том, как Иуда совершил предательство. В Страстной четверг мы вспоминаем установление таинства причащения, Тайную вечерю. Мы вспоминаем гефсиманские страдания, гефсиманскую молитву Христа. Вспоминаем, как Он умывал ноги Своим ученикам, и как в Гефсиманском саду, молившись до слез, молившись до кровавых слез, ожидал прихода предателей и тех, кто должен его схватить. В саму Пятницу Страстную, самый печальный день года, мы вспоминаем, как Христа взяли под стражу, как Его вели на суд к Пилату, как Его осудили, как издевались над ним воины, распяли, и он умер в этот день и был погребен. Все эти события вспоминаются в Страстную Пятницу. Суббота перед Пасхой, воспоминание о том, как Христос был в гробе, как гроб был опечатан, как воины римские были поставлены охранять, потому что Синедрион решил, что ученики могут украсть тело, и поставили воинов охранять.
И все это заканчивается ранней, заутренней, на которой произошло светлое Христово воскресение. Каждый день Страстной недели отмечен особым богослужением, поэтому каждый православный христианин старается все эти дни, особенно начиная со среды, бывать в храме, бывать на службе, чтобы молитвой своей укрепить себя, и покаянное чувство должно настроить человека к торжественному пасхальному событию. Ну а праздник Вербного воскресенья, еще раз напомню, мы все собираемся в храм, служба идет в белых одеяниях, не в темных, как в остальные дни Великого Поста. Накануне богослужения, то есть в субботу на вечерней службе, совершается первое освящение верб, и такое же чиносвящение будет в сам день входа Господня в Иерусалим, в воскресенье после Божественной литургии. Всех, дорогие мои, с наступающим праздником входа Господня в Иерусалим, и помоги нам всем, Господь, дай нам сил и молитвенного настроя на Страстную неделю. Храни, Господь.